безголовную массу слитыми, жонглирует жизнь в шутку. Стены тюрем над грёбными плитами возвещает. Просто меня давно не видишь. Лица за стенами, благочатный взглядами кротких, ничтожностью мир застеленный, и берешь горячий легкий. Между мной и солнечным диском восьмиминутный слышится образ. Крещен до конца так близко, что от страха сбивается фокус. Обрываясь в наручниках блик, телесный становится боль. И когда не услышит криков, вступаю в проигранный бой. Фемиды, глаза перевязаны скотчем, завяжите мне руки потуже, я порву любой узел, будь он не прочен. Чтоб не гневнуть зло, закрою я уши. Я кляпом спасен от зла изречения и плотным мешком, чтобы зло не узреть, награжден. Мы все дети золотого сечения. Виноват мы все, сегодня и впредь. Частичное сложение наказания окончательно назначить 18 лет лишения свободы на основании пункта В части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации содержание в УК строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Океан в глазах стали пресными. Не я первый, за мной еще многие. И сижу, почти бестелесный, и пилю сигарету и лежу. Признать виновным по части 2 статьи 5 со значком 4 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы на основании пункта В части 1 статьи 58 отбывать наказание в УК общего режима. Назначить наказание по части 2 статьи 205 со значком 4 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 8 лет лишения свободы. По части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации 3 года лишения свободы. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказания назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы на основании пункта Б части 1 статьи 58 назначено наказание в УК общего режима. Мы видим то, к чему многие привыкли. И от всего всех выворачивает нас. Все многие смирились и поникли, но мы не опускаем глаз. Какова природа молодости нашей? Зашитым в том, что страх говорить, изгои, диссиденты, оборванцы, с таким клеймом не легко прожить. Ну а мы живем, рождаемся снова, глаголим повседневно истину одну – братство, братство и воля. За эти идеалы я горел, и сейчас горю.